Итак, первая игра у нас в чемпионате. С каким счетом Ярослава выиграли? 8-1. Так, гол забили вы? Нет. Нет. Арсений, на какой позиции играли? На разных. На равных? На разных. На разных. Но на какой больше нравится? На любой. На любой. Так, Матвей, где играли сегодня? В защите. Передачи были, голы? Но вы в защите, здорово, оборона сыграла. Так, Андрей? В защите. Защитен. Моменты были? Нет. Не было? Нет. Ну, по мячу мог попасть пару раз там. Ванька, здорово сыграть. Два брата сразу. Иван, сколько забил голов? 4. Ваня? Я Даня. Даня, сколько забил? 1. Ну, молодцы, 5 голов из 8. Арсений, здорово сегодня сыграли. Все понравилось? Я сегодня понравилось. Вы молодец. Александр сегодня какой-то гол сумасшедший забили. Правой ноги. И куда попали? Молодец. Так, ну практически на ноль сыграл Артем, да? Один пропустил. Случайно, наверное. Ну, хорошо. Леонид тоже какой-то гол хороший забил. Да? Да. Как это было? Обыграл где-то 5 человек. Ой, ничего себе. Так. Хорошо, Тимур. Ну, с началом чемпионата вас у нас ребятки уже давно играют. Вы молодец. Так, и тоже еще забивной игрок наш. Да. Все, молодец. Алексей, как сыграли? Нормально, спасибо. Все, поздравляем, молодцы. И Антошенька. Все хорошо. Все хорошо? Ну все, с победой вас. Спасибо.